О, что? Я не дома? Быть не может. Но это похоже на скелет животного. Очень большого животного. Похоже, этот город построен из кусочков и обломков всего, чего угодно. Даже лодок. Фейерверки? Наверное, они что-то празднуют. Закрыто и заперто. Не думаю, что там кто-то есть. Закрыто и заперто. Не думаю, что там кто-то есть. Это что еще такое, черт побери? Нет уж, лучше я буду держаться от воды подальше. Не знаю, кто тут живет, но они, видимо, переплывают из одной части города в другую на лодках. Это большой город, раскинувшийся по болоту. Но дорожки есть не везде. Наверное, чтобы добраться туда, мне понадобится лодка. Нам надо сделать еще один рейс на юг до того, как растает лед. Хотя, думаю, Меркурия для нас теперь закрыта. Мы потеряли несколько хороших ребят. Мы стали слишком беспечны. Ха! Да мы были так осторожны, осторожнее некуда. Нам просто не повезло. Рано или поздно это должно было случиться. Давай лучше надеяться, что мы получим достаточно информации, чтобы оправдать потери. Хотела бы я согласиться. Только правда в том, что они для нас слишком сильны. Они порвут нас на части, как... А, прекрати ныть, женщина! Грач, которую я знаю, и не с таким справлялась. Тут и без тебя мрачно и сыро. Именно поэтому я возвращаюсь. В Меркурию? Ты уверена, что это мудрое решение? Остаться здесь, поехать туда, разницы, по сути дела, никакой. Они уже идут, и они не остановятся, если мы не нанесем им удар в самое сердце. Меркурия. Башня. Ха! Башня! Не тебе с твоей веселой шайкой ее свалить, грач! К тому же, даже если все получится, думаешь, это их остановит? Нет, нам нужно собраться силами, найти союзников, набрать больше людей и не подпускать врага к порогу. Время и терпение. Вот кто выбирает победителя. У нас нет времени. Посмотри, что случилось с Меркурией. Мы должны действовать. Мы должны начать с ними войну. Я был бы рад согласиться с тобой, Грать. Но у нас пока не хватает сил. Пока не хватает. Если ты останешься здесь, мы сможем обучить больше людей, накопить сил и...
И вдоволь наговориться о том, как когда-нибудь мы сокрушим врага и вернем себе свои земли и города. Это у нас получается лучше всего. Говорить. Они убили моих друзей. Они арестовали моего самого верного союзника в Меркурии. И, возможно, они уже сейчас продвигаются на север. И ты говоришь, что мы должны ждать? Я устала ждать. Да ну! А сзади понятия не имеют, где мы. Поверь мне, Грач, тут мы в безопасности. Кроме того, никто, кроме меня и моих парней, не сможет пройти по рекам и болотам между нашим городом и заливом огня. Даже если сзади узнают, где мы, разведчики предупредят нас за 2 дня. Мы потопим их лодки раньше, чем они успеют понять, что к чему. Пусть так, но я не могу просто сидеть и ждать. Я должна что-то делать. Грач, ты себя когда-нибудь угробишь. Ха. Иногда мне кажется, что ты этого и хочешь. Если ты хочешь отправиться на юг, чтобы воевать сзади, отлично. Бери мой корабль. Я отвезу тебя куда захочешь. А теперь прости, мне пора. Нам еще надо разгрузить зерно и отправить весь провиант в хранилище. Скоро я вернусь и помогу тебе. Но сначала мне надо кое с кем поговорить. С тех пор, как я была тут последний раз, здесь появилось много новых людей. А сзади легко могли бы проникнуть в город. Но, видимо, нам придется рискнуть. Большую часть времени мы проводим в походах. Я здесь почти никого не узнаю. Каждый день появляются новые люди. Кара. Подожди минутку, Эйприл. Пожалуйста, проследи, чтобы травы раздали взводным. Каждый отвечает за то, чтобы его группа получила необходимые лекарства. Эйприл, спасибо балансу, тебе удалось сбежать из Меркурии. А Брин и Чиван добрались сюда с провиантом. Мы очень благодарны тебе за все, что ты делаешь. Кара, что касается Бенримы, нам надо... Она рисковала за нас своей жизнью. Мы этого никогда не забудем. Сегодня вечером мы споем за трапезой ее песню. А сзади не убьют ее, пока не отвезут на запад. Им нравится устраивать судилище перед тем, как казнить пленников. Если бы я смогла взять с собой на юг 2 дюжины бойцов, мы бы... Ты хочешь в одиночку напасть на всю армию Азади? Нет, Эприл. В этой войне будут свои жертвы, и ты должна с этим смириться. Может, ты хочешь умереть, но есть и те, кто верит в будущее. И со временем мы победим. Я посвятила свою жизнь борьбе с Азади, Кара. Почему ты говоришь, что я не верю в будущее? Ты махнула рукой на свою жизнь. Ты сражаешься не потому, что хочешь уничтожить их. Ты сражаешься потому, что хочешь уничтожить себя и своих демонов. Конечно, с твоей яростью под твоим руководством мы стали сильнее. Враг боится твоего имени и проклинает его. Ты заставила их быть осторожнее, продвигаясь на север. Только и ты, и я знаем, что ты делаешь это не ради великой цели. Ты делаешь это потому, что больше у тебя ничего не осталось. И я не могу допустить, чтобы ты повела наших людей на самоубийство. Значит, мы позволим Бенриме гнить в тюрьме, так?
Мы позволим им отвезти ее в свою страну, где она умрет, потому что помогала нам? Да, позволим. Бенрима не была. Она не дура. Она знала, чем рисковала. Знала, что это опасная игра, и она играла в нее так осторожно, как могла. В отличие от тебя. Я против. Я не могу позволить ей умереть. Против ты или нет, на юг ты с собой никого не возьмешь. У нас и без того достаточно проблем. Мы защищаем дома и припасы. Мы не можем допустить, чтобы ты снова отбросила нас назад. Они не твоя собственность. Они могут сами принимать решения. Они уже приняли решение. И теперь ты можешь убедиться, что осталась одна. А теперь извини, у меня есть другие дела. Увидимся вечером за ужином, Эйприл. И еще раз спасибо, что привезла нам провиант. Без него мы бы не дожили до весны. Наан? Эйприл, мое сердце и душа радуются, когда я вижу тебя здесь, в безопасности и в добром здравии. Мы слышали, что ты сбежала из Меркурии, но я все равно волновалась. А теперь звезды привели тебя обратно к нам. А как ты выбралась из Меркурии? Я слышала, что они закрыли все ворота и поставили стражников у всех выходов из города. Приехала зайцем на торговом корабле, идущем в Карасан, а там на север старыми тропами, верхом на лохматике. Встретила очень добрую Зиит. Она пустила меня на свое средство передвижения. Рада, что с тобой все в порядке. И хорошо, что Брин с Чиваном ушли с припасами. Им повезло. Звезды светят всем нам, Эйприлан. А как же наши друзья в путнике? Что с Бенримой? Думаю, они себя такими везунчиками не чувствуют. У судьбы есть и темная сторона. Но, возможно, у нас еще есть шанс спасти трактирщицу. Что? Как? Мне только что сказали, что из Меркурии приедет человек с известиями о Бенриме. Он хочет поговорить с тобой. Кто? Незнакомец, друг, посланец. Он хочет встретиться с тобой на западном пирсе. Он будет говорить только с тобой, больше ни с кем. А ты уверена, что это друг? Как он нас нашел? Неужели я стану лгать тебе, Эйприлан? Прости, Наан, конечно же нет. Я тебе доверяю. Пойду туда прямо сейчас. Послушай, если окажется, что этот человек действительно располагает важной информацией, и мне придется вернуться, чтобы спасти... Я не позволю тебе отправиться в путь одной, Эйприлан. А теперь иди. Он скоро будет там. Что это? Кажется, праздничек выходит из-под контроля. Надо поговорить об этом с Карой. Я на месте. А где же гонец? Кто ты? Эти двери кажутся не слишком прочными. Но в таком отдаленном месте они и не должны быть прочными. Можете что угодно говорить про этих повстанцев. Но они заботятся о своих близких.
Эти двери кажутся не слишком прочными. Что это? Странно. Может, это было послание для кого-то? Я здесь. Я выполнил свою часть сделки. Теперь твоя очередь. Я сделала то, о чем ты просил меня, Азади. Твой скорпион ждет тебя на причале. Уйди, если я еще когда-нибудь увижу тебя. Мой меч поцелует тебя в горло. После того, что я сделала, я уже мертва. Я на месте. А где же гонец? Кто ты такой? Я помню тебя по Меркурии. Но ты... Ты Азади. Что ты здесь делаешь? Ты что? Вот черт! Ты следил за мной. Клянусь своим мечом, я не следил за тобой. Я попал сюда другим способом. Я не желаю тебе зла, госпожа. Ты честно говорила со мной в городе, и я оценил это. Так какого черта ты здесь делаешь? Если ты привел с собой солдат, здесь мирные жители, женщины и дети. Я не привел солдат. Я один. Тогда почему... Пожалуйста, позволь мне объяснить. Я апостол. Мы миссионеры. Мы несем неверующим слово богини. Но нам служат холодная сталь и быстрая смерть, а не проповеди и молитвы. Мы — последнее слово, и мы внушаем страх. Я никогда не сомневался в праведности своей миссии. Богиня — единственно истинное божество, и мы должны нести ее свет в самые темные пределы. И все-таки я видел и слышал очень много всего за то недолгое время, что пробыл здесь, в северных землях. Я своими глазами видел, как невежество и страх уводят моих людей с истинного пути, как самонадеянность и недоверие разрушают нашу миссию. Я был свидетелем деяний. Деяний, о которых ты с такой страстью говорила, когда мы впервые встретились. И это подняло пелену с моих глаз. Неужели богиня в своей бесконечной и бесспорной мудрости действительно хочет, чтобы мы творили такое со свободными людьми на их свободных землях? Когда мы виделись последний раз, госпожа, твои слова разбудили что-то во мне. Я никогда не ставил под сомнение свою миссию или веру. Сделать это значит поставить под сомнение все мое существование. И более того, сейчас, когда мы встретились снова, я вспомнил то, что сказал мне при расставании старый друг. Слова, от которых я слишком легко отмахнулся. И я разрываюсь на части. Браво! Весьма убедительная речь, апостол. На мгновение я почти поверила тебе. Но все дело в том, что ты враг и убийца. Ты находишься в нашем городе, и ты приехал сюда не за тем, чтобы поговорить со мной. Я убийца. Да, моя миссия ясна и не допускает толкований. Только мне кажется, что богиня привела меня сюда по другой причине. Что она привела меня к тебе. Почему она сводит нас вместе? Сначала в Меркурии, а потом здесь, если не для того, чтобы показать нам иной путь. Извини, я не верю в судьбу и в божественное вмешательство. Больше не верю. Я верю, что некоторым вещам предначертано случиться. Называй это судьбой, волей богини или просто шансом. Только не называй это совпадением. Ну и что теперь? Ты ожидаешь, что я позволю тебе вот так уйти отсюда, поверив, что ты узрел свет? Нет. Да, я уже и не знаю, что думать. Я только хочу еще немного поговорить с тобой,
чтобы понять, чтобы открыть свое сердце иной правде. Я верю, что богиня хочет говорить со мной. Со мной, а не с теми, кто искажает ее слово ради собственной выгоды. И что говорит тебе твоя богиня? Что мой путь, в котором я до этого момента не сомневался, ведет во тьму, а не к свету. Слушай, если ты пришел сюда за просветлением, Азади, то ты обратился не к тому человеку. Меня зовут Киан, госпожа. И я не могу сказать, что приехал сюда, чтобы найти просветление. Скорее наоборот. Но теперь я начинаю понимать, как несправедливо мы обходились с народами северных земель. И если это так, то мой долг — помочь все исправить. Ты собираешься пойти против своих? Я никогда не подниму оружие на тех, кого поклялся защищать. Но я хочу вернуться в Садир и рассказать шестерым нашим императрицам о том, что происходит в провинциях. Зачем? Потому что это неправильно. И это не воля нашей богини. Это предательство всего, во что меня научили верить. Я все равно не понимаю. Киан. Вера, госпожа. Я боялся, что потерял ее, но я ошибался. Моя вера сильна, как никогда. Она просто была неправильной. Я думаю, я тоже должна тебе представиться. Я Эйприл. Эйприл? Я рад знакомству. Тебе нельзя здесь оставаться. Если тебя кто-нибудь увидит... Ты им не скажешь? Доверять — это для меня не просто, а за... Киан. Но я начинаю верить в то, что в тебе есть правда, что ты достойный человек. Я пытаюсь быть. Но я все равно не понимаю, почему ты здесь. И я не понимаю, почему Наан сказала мне, что ты... Слаб, апостол. Но я никогда не ожидал, что ты дойдешь до того, чтобы предать свой народ. Мамон, что ты делаешь во имя богини? Твою работу, Албане, уничтожаю врага. Или ты забыл, зачем тебя послали сюда? В этом городе женщины и дети, Мамон. Мирное население. Перед взором богини они все равны, разве не так? Террористы, жены террористов, дети террористов. Все они грешники. Что же до этой... Это ее тебя послали убить? Убить? Нет. Я собирался тебе сказать. Я не знал, кто ты. Я приехал, чтобы найти Скорпиона, а обнаружил здесь тебя. Скорпион. Это... Так меня прозвал твой народ. После того, как я внушила им страх баланса. Ты? Это он? Твои слова полны яда, ведьма, даже перед смертью. Ты воистину низшая перед нами. А ты, Албане... Арестуйте его! Опусти оружие, солдат! Я апостол! Теперь уже нет, Киан Албане. Ты предал шестерых. Ты сошел с истинного пути и забыл о своей миссии. Ты стал мягким, как гнилое яблоко. Ты начал сочувствовать этим язычникам и убийцам. На тебе смертный грех, апостол. Ты потерял веру. Нет, Вамон. Это не я сошел с истинного пути. Это не я потерял веру. Что мы делаем с этими людьми? Почему мы вторгаемся на их землю? Не такова воля богини. Значит, теперь ты сомневаешься и в своих императрицах? Твоя язва растет с каждой секундой, апостол Албане. Но богиня милосердна, как и я. Я дам тебе еще один шанс доказать свою верность и спастись от вечного проклятия. Сделай то, зачем ты приехал сюда. Убей эту ведьму. Убей Скорпиона!
Давайте покончим с этим. Я приехал сюда, чтобы найти Скорпиона. Но я не знал, кто такой Скорпион. Я никогда не смогу причинить тебе вреда. Очень хорошо. Ты сделал свой выбор. Убей ее. Нет! Только, пожалуйста, не говори, что тебе жаль эту безбожницу и убийцу. То, что вы делаете, неправильно. Что именно? То, что мы защищаем свой народ от террористов? То, что мы уничтожаем вражескую цитадель? Скажи мне, Киан, что именно я делаю неправильно? Эти люди просто защищают свои дома и земли от захватчиков. Не правы мы, а не они. Ты пал куда ниже, чем я мог вообразить, Алване. Забавно будет посмотреть на то, как тебя станут судить. Этого не случится, когда эмиссар... Это эмиссар приказала тебя арестовать, Албана, после того, как ты отпустил трактирщицу и корабль контрабандистов. Госпожа поняла, что ты больше не служишь империи. Впрочем, это весьма забавно. Именно ты привел нас сюда. Я уверен, это зачтется тебе на суде. Может быть, на твоей могиле даже напишут имя. Уведите его. Я заставлю тебя заплатить за это, Вамон. Клянусь богиней, я не успокоюсь, пока не вырву тебе сердце. Как грубо. Убить всех. Сжечь город. Пленных не брать. Чван! Мертва! Она уже мертва. Мы ничего с этим не можем поделать. А если ты не замолчишь, очень скоро мы и сами погибнем. Да лучше бы мы погибли. Послушай, они их убивают. Всех! Какой смысл оставаться в живых, если мы теперь одни? Все, я иду туда. Брин, нет! Их слишком много! Мы доберемся до безопасного места и наберем людей. Но сначала мы должны помочь ей бежать. Ты не можешь пойти с нами. Это слишком опасно. Ты не выживешь. Тебе надо уснуть. Но они уже обыскивают дома. Если мы останемся, разве они не убьют нас? Когда ты уснешь, ты исчезнешь, как роса на солнце. Ты умеешь. Я сам это видел. Я знаю, но как я могу уснуть здесь, сейчас? Чуван! Брин, дай мне вон тот мешочек. Они подходят! Делай, как я сказал. Быстро! Что это? Закрой лицо, Брин. А ты вдыхай. Что это? Могущественная магия. Ты уснешь. Вдыхай. Черт, они идут. Чуван, нам надо выбираться отсюда. Немедленно. Не получается. Я не засыпаю. Дыши. Медленно. Глубоко. Я пытаюсь, но мне... Не помогает. Только голова кружит. Они уже здесь! Чуван! Мы должны уходить! Вперед! Вперед! Кто здесь? Оу. Смешная птица. Это ты? Ой. Я не заметила вас. Вы что-то ищете? Постойте. Нет. Что вы?